На совещании Краевой комиссии по делам несовершеннолетних обсудили актуальные вопросы по работе с подростками. Заседание провела вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Участие в работе в формате видеоселектора приняла исполняющая обязанности вице-мэра курорта Юлия Сафронова. Центральная тема совещания – проблема самовольных уходов детей из дома. За 8 месяцев 2024 года на Кубани зарегистрирован 631 такой случай. Анна Минькова акцентирует внимание соответствующих органов, что это сигнализирует о более тщательном изучении каждой ситуации в семьях. Вице-губернатор Кубани также напомнила о наставничестве, как об эффективном инструменте, который помогает подросткам справляться с трудностями. В 2025 году такую практику планируют реализовать во всех регионах. В завершении совещания рассмотрели вопросы подготовки к зимнему периоду, а именно установку дымовых извещателей в домах семей из группы риска. Более чем 18 тысяч семей из Краснодарского края уже получили устройство.